Музыкальный талант – дар Божий. Это очень долгий и трудный путь. Но музыка облагораживает, поверьте мне, потому что, занимая музыкой, занимая играть на музыкальных инструментах, это просто музыкальный талант. Человек отличается, который занимается музыкой, он отличается от своих сверстников. Особенно дети, когда начинают изучать музыку с самого раннего возраста. Здесь вы сможете обучиться игре на разных музыкальных инструментах. Это может быть фортепиано, это может быть скрипка, гитара, духовые инструменты, пожалуйста, флейта, саксофон, кларнет. Если вы вдруг хотите стучать на барабанах, пожалуйста, у нас есть педагог по барабанам. Если вы хотите петь, педагог по вокалу. Очень внимательно относимся к подбору педагогов, потому что, ну, это очень важно. И наши педагоги, они вообще душу, сердце и все знания вам отдадут на занятиях с вами и с вашими детьми. Приходите к нам, научитесь играть на музыкальных инструментах. Мы вам расскажем интересные истории, факты из жизни великих музыкантов и композиторов. Научитесь вы у нас теорию музыки, игра на фортепиано, и от этого вы получите большое удовольствие.